И сегодня с призывом не подписывать запрет на усыновление детей американцами выступил ЮНИСЕФ. Глава детского фонда ООН Энтони Лейк обратился к российскому правительству с открытым письмом. В Госдепартаменте США принятие Магнитского закона назвали ошибкой. И по словам представителя Госдепа Патрика Вентлера, судьба детей не должна решаться, исходя из политических соображений. Вдобавок, он упрекнул Совет Федерации в том, что Палата не поддержала российско-американское соглашение о сотрудничестве в области усыновления, вступившее в силу в ноябре. Накануне сенаторы единогласно одобрили законопроект антимагнитского. Все присутствующие, а это 143 человека, проголосовали за.